Волгоградский ротор, принимавший в домашнем матче квалификационного раунда польскую «Одру», оказался на редкость гостеприимным. И та легкость, с которой гости осаждали ворота Захарчука, поначалу их самих просто поразила. Иначе не объяснишь промах Полика по мячу с линии ворот. Через несколько минут Геращенко решил проверить собственные скоростные качества. Сначала он выложил мяч сразу двум нападающим соперника и тут же бросился в погоню. Тень набегающего последнего защитника до смерти напугала беглецов, и третий номер волгоградской обороны, с честью исправив собственный ляпсус, попробовал отличиться уже в атаке. Примел оказался на чеку и тут же ввел мяч в игру. Три паса, и на святом геращенковском месте снова не пусто. Те же два форварда, и кажется, Захарчуку уже не помочь. Но удар Палюха пришелся прямо в ноги голкипера. С досады махнул на это безобразие рукой Прокопенко. Но во втором тайме решился на последний шаг, заменив Зубко на Нидергауса. Не спасла бы и эта замена. Забей Палюх на 67-й минуте. Через 5 минут Нидергаус сыграл длинную стенку с Есиповым, вошел в штрафную и нанес-таки разящий укол. 1-0. Сильный удар по голым потугам Одры. Расстроившаяся польская оборона за 4 минуты до конца позволила и Веретенникову забить свой дежурный гол. 2-0, и можно подпрыгнуть от скользкой удачи.